Еще в Москве начались предновогодние рейды по выявлению нелегальной продажи алкоголя. Задача не допустить в столицу контрафакт. Проверки будут проводиться и по ночам, когда продавать спиртное запрещено. А начиная с 30 декабря в столице ограничат дневную торговлю алкоголем. Его будет запрещено продавать в районе массовых мероприятий вплоть до 8 января. Это коснется также соков и газировки в стеклянной таре. Задача такая, чтобы людей, которые хотели бы приобрести или хотели бы прийти на мероприятие в нетрезвом состоянии, было меньше. Где много детей, где много массовых движений каких-то интересных происходит. Ведь нам бывает же неприятно, когда рядом с нами оказываются те, кто такой праздник там пытаются испортить. Безопасность горожан в дни новогодних праздников будут обеспечивать более 30 тысяч стражей порядка. Патрулирование улиц организуют не только в центре Москвы, но и в спальных районах. Как ожидается, в народных гуляниях в этом году примут участие около 8 миллионов человек.